Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов. Хочу вам показать тройник под 45 градусов, его особенности, именно в том исполнении, которое я ставлю. Первое, на что обращаю внимание, от конденсата сделана вот такая юбка. Видим? То есть идет конденсат, он не попадает вовнутрь трубы, вовнутрь вот этого вот патрубка. Потому что конденсат полностью обходит ее по сторонам слева и справа. Как показала практика, углу 45 градусов, если сделать вот эти без юбки, то вытекает конденсат. Отсюда пошел по внутренней трубе и пошел в котел, либо на газовый, либо на твердотопливный. Особенно это вопрос касается газовых котлов. Потому что если этого козырька не делать, то конденсат течет вовнутрь. Никуда вы от этого не денетесь. Поэтому под 90 градусов еще на это можно закрыть глаза, но не под 45. Второй момент. Вот этот вот вход. Стандартно он делается, вот эта часть минус, минус, либо здесь часть идет плюс, вот это идет минус. Доброе. Здравствуйте. Поэтому здесь на этом тройнике сделано два плюса, плюс, плюс, для того, чтобы можно войти в этой части по дыму. А дальше весь стояк будет собираться по конденсату. Поэтому еще раз напоминаю, это тройник делается под заказ, такие готовые варианты вам не сделают, их нету в продаже. К сожалению, ну, говорю про наш рынок, белорусский, это заказная позиция чистой воды. Поэтому я хочу спать спокойно, чтобы мне потом заказчики не звонили, не говорили, что конденсат затекает в котел. Ну и это моих... Я заинтересован в том, чтобы клиент спал спокойно, особенно что касается банных печей и твердотопливных котлов, а также газовых. Газовые котлы вообще в этом моменте, если решили под 45 градусов ставить, это обязательное условие, чтобы стояла вот эта косынка. Конденсата, потому что идет столько, что, ну, ай-яй-яй. Если начнет все затекать в котел, то, несмотря на то, что он находится на гарантии, это будет не гарантийный случай. Все. С вами был Дмитрий Михайлов. Заказывайте у меня монтаж дымоходов. Покупайте у меня элементы. Поэтому каждому клиенту найду подход. Снова же, я только за качественные дымоходы. Дымоходы сертифицированные, которые проверены временем. Я продаю те дымоходы, которые сам монтирую.